Пулковский меридиан от очень многих удаленных от центра территории Петербурга отличает завидная ухоженность. Дело в том, что Московский проспект и Пулковское шоссе являются составляющими федеральной трассы, по которой едут в центр города правительственные кортежи. По ним же везут из аэропортов гостиницы высоких иностранных гостей в небольших форумов, фестивалей, спортивных мероприятий. Поэтому и внимание особое. Здесь хорошо развита коммерческая инфраструктура. По Московскому проспекту бизнес занял все помещения бывших советских магазинов на первых этажах жилых зданий, украсив и перестроив их в духе времени. Уже и в ближайших к проспекту дворах выкуплены и переведены в нежилые практически все площади на первых этажах, где возможно сделать отдельные входы. А транспортная доступность южной части округа рядом с Пулковской развязкой, а также обширные свободные территории под строительство привлекли сюда девелоперов, построивших несколько гипермаркетов. По старому генеральному плану практически вся территория Пулковского меридиана предназначалась под жилое строительство. Поэтому здесь почти везде жилье и социальные объекты. Промышленные зоны на людей совершенно не давят. Вот социальных объектов хотелось бы побольше, потому что ближайшая поликлиника находится на Костюшко, что очень далеко. И хотелось бы, чтобы было больше детских садов, потому что лет 10 назад было очень легко устроить ребенка в детский садик. А теперь, когда Московский район побил все рекорды по рождаемости, возникли очереди. Структура застройки Пулковского меридиана разнообразна. Северную часть украшают сталинские дома, самые лучшие образцы которых можно видеть на площади Чернышевского. Далее, в глубину района, сталинки сменяются кирпичными пятиэтажками компактной планировки. Все это качественное и дорогое жилье. Еще глубже на запад начинаются массивы панельных хрущевок с краплениями в виде одноподъездных кирпичных многоэтажек. Южнее округ застроен домами категории так называемой «новой панели» – здания 137 серии. По современным меркам эти дома далеки от того, чтобы называть их комфортным жильем, но все-таки по уровню комфортности и качеству они гораздо выше хрущевок, поэтому пользуются относительно высоким спросом. В целом, Пулковский меридиан – хорошо развитый, благоустроенный округ Петербурга, с большой долей качественного жилья и просторными рекреационными зонами – Парком Победы и Парком Городов-Героев. Вячеслав Березниченко и Даниил Боротынский.